песнями, танцами, небольшими постановками и прочтением стихов поздравляли мам с Днем Матери в Софринском доме культуры «Юбилейный». В преддверии праздника в ДК провели яркий с зажигательными номерами концерт. На сцене ДК выступали воспитанники театральной студии «Разные люди» и вокальной студии Кирилла Демьянова. В программе были не только песни и стихи, но и праздничные поздравления и сюрпризы для любимых мам и бабушек.